Была семья моей прабабушки, 8 детей. Старшая сестра моя еще покойница, брат ее бабушкин покойник. И сейчас бабушка. Вот она, дед Митика покойная, ее забрала, потому что она какая? Ну, послушная девочка была. И он взял ее с собой на фронт. И как раз исполнилось 15 лет. И попали они в вагон, ВО 32. След за фронтом они шли. Вот там и бомбежки были, и бабушке давали ружье. Но она стрелять не боялась. Когда бабушка рассказала, ну это сейчас уже сколько лет прошло. Я маленькая была, под стол бегала пешком, она мне рассказывала. И вот когда она видела, по телевизору показывают кино военное, она с утра плачет. Нет, вот такого, это, особенно когда состав идет, она говорит, вот такого, это, и мы ехали, бомбежка. Не, давай плакать, вот и пойду успокойся, сейчас все вроде позади. Ну, там много и поубивали на этих путях, которые вместе с ними ехали, людей.